Россия не имеет отношения ко взлому системы Демократической партии США. Об этом основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на встрече с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рерабахером. Политик, который также является членом комиссии Конгресса США по иностранным делам и возглавляет подкомитет по делам Европы, специально приехал к Ассанжу в посольство Эквадора в Лондоне. Самый известный в мире разоблачитель живет там с 2012 года. Американские СМИ приводят слова самого Рерабахера. Он заявил, что во время трехчасовой встречи Ассанж уверенно заявил, что русские хакеры не причастны ко взлому базы данных Демпартии во время президентских выборов 2016 года, а также не причастны к сливу писем Хиллари Клинтон. Конгрессмен пообещал, что лично передаст более детальную информацию о встрече президенту США Дональду Трампу. О взломе компьютерных систем Демократической партии стало известно в разгар президентской гонки летом 2016 года. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвиняли в этом русских хакеров. Якобы так наша страна пытается повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств этого американская сторона так и не представила.